В Бабайском Улусе прошла школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Праздник науки проходил 2 дня. За это время прозвучали интересные доклады молодых исследователей. Всего на конференции было представлено 104 работы по 5 секциям. Организаторы отмечают важность подобных мероприятий. Погружаясь в исследовательскую деятельность, школьники развивают такие важные личностные качества, как умение отстаивать свою точку зрения, умение выступать перед широкой аудиторией. В целом, если говорить о качествах научных работ школьников Абайского района, могу сказать, что каждый год качество работ повышается и улучшается. Особо хочется отметить те работы, которые были представлены по русской филологии в высшем учебном заведении, а также в среднем учебном заведении. Сейчас уже наука, она стала непосредственно связана с учебным процессом. То есть те школьники, которые уже со школьной поры вовлечены в исследовательскую деятельность, они становятся, как показывает практика, они являются более успешными студентами.